Сегодня у нас 17 мая 2016 года. Вот мы недалеко от Потеряевки находимся. Вот мы опять пришли сюда на дамбу на эту. Вот южный. И вот уже водичка какая светлая бежит, чистая. А всего лишь второй день бежит. Как вода прочищает хорошо почву. Вот она. Красота какая. Вот постепенно сбегает тут. Это у нас первый канал, который мы вчера доделали. Вот здесь сбегает. Вон зарубка. Это вчера был уровень воды у нас вечером. Вот он пошла. Вот и нам Игнатий Иванович посоветовал еще один сделать. Отвод уже посередине этой дамбы. Вот мы сегодня с братом Никитой пришли после обеда и стали тут делать. До обеда мы березки шкурили. Втроем там Виталий у нас остался, Калиников, шкурить дальше, а мы тут вдвоем с ним копошимся. Вот. Грязь прилипает к лопате. Это вчера вот целый день мы так работали. Почти каждую лопату приходится очищать каждый раз. Вот. А, брат, сразу надо прочищать. Потом сложно будет это делать. Я имею в виду канавку. Еще. Вот здесь мы его прокопали. Вот он блещет. Вот. И вот здесь вот у нас будет заход воды. Здесь мы только еще начали. Но уже вода проступает. Ну, вот так вот. Слава Богу. Все. Потом покажем, как у нас вода пойдет отсюда. Слава Христу.